Нет. Делайте, делайте, делайте. Делайте. Положили.
танцевали трезво. Петя, туда, туда. И на том камере.
Жасмина. Так. Смотри, встали, лапы чуали. Еще раз. Лапы чуали, встали. Лапы чуали. Вот как дело-то, блин, не, ну, между. Вот, ага, стоит, все, и набиваем, набиваем. Два раз шага, уже все. Смотри. Продолжайте, считайте. Матерь, стоп. Сели на колени, взяли мячик в руку, ушли на свои места. Еще раз, мячик в руку. Беатрич. Олеся, где что, доказывать надо? Олеся, где ты должна сесть? Сюда. Эй, боец, засюда, туда. Вы сюда. И... Стоп. Стоп, не нажимай мяч. Мне что, что, надо наказывать, что ли? Я нахожусь. Еще раз, вот ракетка. Вот, один палец, второй, вот, вот этими пальцами держим. Вот тут. Не так держим, а вот этими двумя. А это сбоку. Это так, это так. Так и не так. Еще раз. А так удобно? Не так удобно, когда ты будешь играть в теннис, и мяч время будет сюда попадать. Удобно в туалет ходить и брюки не снимать. Встали. Пошли набиваем. Нет, я сказал вот так. Берешь этот пальчик сбоку, вот здесь. Вот так? Да. Пошли. Пошли. Сейчас вы будете мне показывать, как вы набиваете. Нет, ну умеете. Не ходим, не ходим, стоим на месте. Скакалка показала, как вы прыгаете. Прыгайте хорошо, сил нет. Олеся, зачем надо было бить, если мяч человеку уходит? Возьми его, встань. Беатрич, встань на место. Беатрич. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Знаешь, как я буду спать? Пришел. Но как ты хочешь? Вот мне девочка написала. Тебе вообще очень... Не очень нравилось плохо мешать. Я тоже мешаю ее. Ты кто мне не мешаешь? Я тебя прошу. Вот на месте. Кто мне тебя? Я не знаю. Смотри, этой стороной 100 раз, этой стороной 100 раз. Можно мне сходить? Нет. Еще раз. Ожидаться. Сели на колени. Ты стоишь так, ты закрываешь Жасмину. Так посередине. Еще раз. Смотрите внимательно. Вы, девочки, должны уметь играть хорошо в волейбол, теннис настольный и шашки. Объясняю. Шашки как? Что, шашки? Нет, я не знаю. Ты портишь. Знаешь, сколько лет этой ракетке? Сказать тебе? Она старше тебя. Вот ругаешь, чтобы ее с ней аккуратно работать. Видишь, выше отбить. Но она старше тебя. Ей 14 лет. Боец, ты не ниндзя. Ты не ниндзя. Положили ракетки мяч. Отпустите. Значит, еще раз, приехал, дом отдыха, на море, с
друзьями пошли. Кто умеет в волейбол играть? Кто играет в волейбол? Пацаны. И вы среди них. Мужики. А кто бегает, убирает этот? Те, кто в волейбол играть не умеет. В теннис. Приехали, стали играть. Все хотят играть. Девочки, которые умеют играть в теннис. Все. Стоят в очереди. Или будешь сидеть на лавочке и там сигареты курить. Все, семечки грызть. То же самое с шашками. Умеешь играть в шашки, значит, молодому человеку, вот он тебе нравится, этот парень, и ты раз выиграл одного в шашке, второго, и он тоже захочет поиграть. Значит, что? Выиграешь у него, он будет бегать за тобой, а ты скажи, не хочу с тобой играть. А он будет с тобой бегать и бегать. А так ты будешь ходить, сигареты курить. Еще раз показываю. Мяч должен вот, не выше. Не надо высоко, не надо низко. Положи ракетку. Дальше. Отсюда то же самое. Вы что делаете? Близко и вот здесь. Не надо ее поднимать. Она вот на уровне живота. Вот отсюда встали. Я своих детей заставлял 1000 раз делать. Только не такой ракеткой, а большой ракеткой. Вот, спасибо большое. Я потом принесу большие ракетки для большого тренера. Да. Еще раз, посмотрите. Вот. Видите? Вы что делаете? Вы начинаете вот сюда, вот здесь. Это первое. Второе. Вы перевод сделали 100 раз. И не надо меня спрашивать. Следующее упражнение. Не можете 100 раз? Не надо. Делайте 20 раз. Следующие 20 раз. Переверните ракетку. И отсюда 20 раз. Сделали. Следующие 20 раз. Поднимаете подрезочка. Следующие 20 раз с этой стороны. Следующие 20 раз. Раз, два, раз, два, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. У меня что дочка, что сын 1000 раз делали. Да, заставлял. Зато потом, когда дочка выигрывала такой большой теннис, вот теннис такой пластмассовый, мягкий мячом. У моих пацанов, которые взрослые, мне приятно было, а они так бегали, ругались, потому что борцы не любят проигрывать. Вы поняли, как мы набиваем? Значит, набивайте так. Не можете 100 раз, набейте до вот здесь. До вот здесь. До вот здесь. Вот я в воскресенье играю часик. Настольный теннис, весь мокрый. Сегодня вот надо посмотреть, хотели они тоже собраться. Встали. Пошли. Можно? Пожалуйста. Так, и осталось минуты, я проверяю. Жасмина, жестко пойдет. Вот, Беатрич. Все, Беатрич, ударь, Криш высоко поднимай, тяжело. Стараться не уровень живота. Попробовала так, упал мяч. Попробовала с этой стороны. Да. Хорошо, Матэ. Мячик, ракетка и вы. А сюда, сюда. Ушли сели. Нет, ушли. Ракетками. Ушли. А сюда, сюда. Так. Руслан, Алис, Беатриче, туда, Олейка, туда. Ко мне, к нам, лицом к тренерам. Вот, посмотрите, умница, Олейка. Поехали? Да. Менеджер Кумена. Цени. Молодец. Значит, еще, играют здесь, борются. Аделина, еще девочки бегут. Бегут прямо по ковру. Нельзя бежать там где-то. Обязательно нужно обойти. Это техника безопасности. Нужно обойти. Есть кто-то, нет кто-то. Обойти и сделать. Итак, считаем слух. Осу ты ой. Слух считаем. Приготовились? У вас минута.